Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом, который стал на предстарт, называется Gold Trigon. Старт назначен на 24 июля. У нас есть время, чтобы построить свою команду. Вот так вот он выглядит. Гениальный маркетинг, добродушная поддержка, 100% гарантия честности. Здесь это все можно прочитать. Группа ВКонтакте, ВК-профиль админа, админ не скрывается, имейл проекта, я так понимаю. Давайте перейдем в маркетинг и посмотрим. Ну, вот это главное, маркетинг. Вопросы-ответы почитайте. Новости. В новостях написано, что встал на предстарт проект и занимаем места. С 20.07 по 24.07 будет проходить предстартовый период. Прямо сейчас регистрируйтесь, активируйте матрицы и приглашайте партнеров. 24.07 в 16.00 по московскому времени начнутся активации участников в порядке регистрации на нашем сайте. Всем огромных заработков. Вот теперь перейдем в маркетинг. Маркетинг, на мой взгляд, шикарный. Вот крутой маркетинг. Ну, здесь показан золотой треугольник. Значит, вход всего, друзья, 240 рублей. Что он нам дает? 20 рублей спонсору, 20 рублей проекту, 200 рублей в матрицу. Можно входить в любые матрицы. Матрицы здесь называются Т1, Т2, Т3. Неограниченное количество раз. Заработок при заполнении любой матрицы 400 рублей на вывод и автоматический вход в другие матрицы. Например, заполнив матрицу Т1, вы получаете 400 рублей на вывод, и у вас автоматически открываются две новые матрицы Т2 и Т3. Неограниченный заработок. Количество ваших матриц постоянно удваивается, и вместе с этим постоянно удваивается ваш заработок. Можно заработать даже 1 000 000 рублей, просто рассказывая о проекте Gold Trigon своим друзьям и знакомым. Также можно зарабатывать без рефералов, получая переливы. Но заработок будет, конечно, скромнее. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Имя, фамилия, имейл, логин, пароль. Также при регистрации указываем свой Pair кошелек. Вход по логину и паролю. Вход. И вот так вот наш проект выглядит изнутри. Здесь, друзья, наша статистика, чат ВКонтакте, кликаем, попадаем в чат, заходим, подписываемся, кликаем, заходим в группу, подписываемся на новости. Также сразу здесь присутствует наша партнерская ссылочка. Здесь будут вкладочка отображаться наши партнеры. Здесь у нас финансы. Что у нас здесь пишут, друзья? Вы не установили финансовый пароль, чтобы выводить деньги и делать переводы другим участникам. Установить обязательно финансовый пароль, друзья, нужно. Давайте я сразу пополню. 240 рублей. Нажимаю «Пополнить». Перебрасывать на платежную систему Pair. Поставлю на паузу, пополнюсь и после продолжу. Так, я пополнилась на 240 рублей. Вот здесь вверху отображается мой баланс. Дальше перейдем во вкладочку «Обратно финансы», друзья. Здесь вот вывод средств. Мы будем прописывать сумму, сюда вставлять платежный пароль. К этому мы потом вернемся. Идем в следующая вкладочка «Матрица». И я активирую первую матрицу. Вот 240 рублей. Нажимаю «Активация». Баланс у меня, смотрите, списался, было 240.
и во время старта, вот, видите, стало черненьким. Эти желтенькие, а это вот черненьким. Вот. И остальные будут уже автоматически. Далее, маркетинг. Маркетинг я уже вам показывала. Здесь как бы золотым треугольником все показано. Но также это можно все вот прочесть. Я вам уже зачитала это все, ну, сами как бы прочтете. Здесь вкладочка баннеры. Баннеры у меня уже в работе. Я только зарегистрировалась и сразу взяла баннер. Уже у меня вот в работе. Значит, вот много баннеров здесь. Так кликаем и переходим на нужный нам баннер. Здесь сразу вот можно, есть уже ссылочка готовая, можно скопировать и размещать. И переходим в профиль. Значит, я установила аватарку. Здесь вот это по умолчанию стоят. Как бы здесь я добавила Skype, ВКонтакт, Facebook, YouTube. Нажала сохранить. Ну и аватар. Далее что? Здесь вкладочка «Изменить пароль» при необходимости. Здесь установить финансовый пароль. Смотрите, финансовый пароль состоит из 5 цифр. Обязательно сохраните ваш пароль. Сюда мы будем вводить пароль для входа в аккаунт, который мы при регистрации указывали. Сюда прописываем финансовый пароль, повторяем и нажимаем сохранить. Это я все проделаю уже за кадром. Ну и новости я вам показывала. Всегда читайте новости. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Можно неплохо заработать. Продолжение, естественно, будет следовать. Приглашаю. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.